Не случайно День предпринимателя решили отметить именно в музее-заповеднике Горки Ленинские. Зинаида Григорьевна Морозова, владевшая усадьбой до Октябрьской революции, была, как бы сейчас сказали, успешной бизнесвумен. Открывая мероприятие, к собравшимся обратился глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Хочу, чтобы каждый из вас ощущал, что он востребован, что ваше предприятие самое ценное, что вы делаете ту продукцию или те услуги оказываете, которые нужны нашему муниципалитету, нужны Подмосковью, нужны всей России и всему миру. Я хочу, чтобы вы развивались и не видели границ в развитии. И это не просто слова. На территории муниципалитета сейчас работает более 18 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И руководство округа прикладывает все усилия, чтобы представители бизнес-сообщества чувствовали себя комфортно. Ленинский у нас вообще уникальный, и в нем действительно комфортно вести бизнес, потому что здесь совместно идет конструктивное взаимодействие, работа по развитию бизнеса, торгово-промышленной палаты, ее руководители с органами исполнительной власти. И глава всегда вместе с бизнесом. А когда есть договоренности, когда есть понимание, куда двигаться и чем помочь бизнесу, предпринимателям со стороны власти, всегда есть результат. Действительно, именно по просьбе предпринимателей на территории муниципалитета запущено несколько крупных инфраструктурных проектов. У нас есть промышленные территории, это северная и южная промзона, которые имели определенные проблемы логистические, транспортные. И на сегодняшний момент эти проблемы достаточно оперативно решаются. Есть определенные проекты, даже уже ведутся работы по строительству некоторых развязок, которые, безусловно, облегчат жизнь предпринимателям. 2024 год объявлен в России годом семьи. В Ленинском округе особое внимание оказывается семейному бизнесу. На сегодняшний момент в нашем комитете уже более 25 предприятий. Естественно, Ленинский городской, он большой. Пока мы еще не всех охватили, но я могу сказать, что каждая вторая пекарня – это семейный бизнес. Одна из главных целей в работе с бизнес-сообществом, которую на празднике озвучил глава округа Станислав Катаров – увеличение рабочих мест. Для себя мы ставим задачу на этот год создание более 7 тысяч новых рабочих мест. На текущий момент мы создали уже почти 2 тысячи новых рабочих мест. Я уверен, что эту задачу мы выполним. И каждый год мы будем ставить для себя все новую и новую планку, потому что только так можно дать жителям возможность работать здесь, на территории нашего городского округа. В ходе мероприятия лучших предпринимателей отметили областными и муниципальными наградами. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.